опаснее. Здесь явно какой-то ценный груз. Или конечная станция такая важная. Прикончи хил!
остановить поезд! Все, пшел вон! Да еще что? Наверное, машинист облажался. Думаешь, этот гад заснул за пультом? Ага, или напился паразит? Красноглазые! Отлично, Сем! Черт, вот и подошли незаметно. Надо торопиться, Сем. Иди с другой стороны и держи связь по радио. Сем, помоги перелезть. Запомни, главная задача — найти Эвелин и наших ребят. Делай то, что должен.
Отличный, сержант! Где-то тут должен быть переключатель, который открывает путь наружу. Пытаюсь разобраться в картах хеллгастов. Поднажми, я тебя встречу. Отсюда не получится его отключить. Найди другой способ. Давай же, поднажми.
Ты в паре этажей от меня, Сев. Иди к ближайшей шахте и поднимайся ко мне. Сев, похоже, это то, о чем говорила Эвелин. Я не эксперт в этой хрени, но все трубы, идущие из пустоши в город, проходят через это место. Это, похоже, главный узел. Взорвем его, тут все нахрен гакнется. Пошли. Ну и крысоловка. Зато я узнал, где держат пленников. Совсем охренели. Послали сюда 4 бойцов и ученую. Да тут целая рота едва справится. Естественно, операция провалилась. Почему мы вечно платим кровью за ошибки команд? Новый план простой. Пробиваемся к пленникам. Всех освобождаем. Пробиваемся обратно. Надеюсь, пленники еще живы. Если нет, лично перебью всех келков на этом заводе. Если облажаемся, генералы все свалят на нас. Сволочи! Кого угодно на смерть отправят, лишь бы их самих за жопу не взяли. Я не знаю ничего. Не трать мое время! Вот ты, ублюдок! Мое терпение кончается. Вы ведь знаете, почему я здесь? Да, однажды твоя мамаша напилась и... Ты следующий. Если она
не выдаст мне коды. Ничего ему не говори. А! Могу снять этого гада прямо отсюда. Нет, его прикрывают. Я зайду сбоку, а ты подожди. Поторопись. Только командующий флотом имеет доступ к кодам запуска. Ты можешь перенацелить боеголовки? Даже если могла, не стала бы. Это последнее слово. Чтоб тебя. Рика, стой! Мать вашу! Убить их! Газа! Не дай ему уйти! Давай, Газа, встреч! Надка! Уже... Гарза, вы как? Ничего, я в порядке. Только замерз немного. Ему нужен врач. Я вызову эвакуацию. Выбираемся отсюда, быстро! Гарза не может идти, босс. Нужен лифт, тогда мы его вывезем. Сер, иди к пульту управления и спускай лифт.